Вот будет здорово! Чувашская сказка. Шел мужик полем, увидел под кустом зайца, обрадовался, размечтался. Сейчас поймаю этого зайца, мясо съем, а шкуру продам и куплю поросенка. А поросенок вырастет, станет свиньей, она принесет 12 поросят. Всех поросят я тоже выращу, потом заколю, и будет у меня целый амбар мяса. Мясо продам, а на вырученные деньги поставлю новый дом с просторными сенями да резным крыльцом. Вот будет здорово! Увидев в мыслях новый дом, мужик на радостях громко повторил: вот будет здорово! А заяц услышал мужика и убежал.